Всем привет! Сегодня мы будем продолжать поделку с Луной. На этом видео будем делать ракету. Нам понадобится линейка, циркуль, карандаш, и цветная бумага, и белая бумага, и ножницы. И бутылочка еще для основы ракеты. Для основы ракеты и ПВА. Бумсалом, да и Чего начнем? Начнем мы. Сначала сделаем нос ракеты. Угу. Для этого нам понадобится красная бумага. Для носа ракеты мы возьмем циркуль и начертим полукруг. Полукруг начертили. Теперь надо его вырезать. Полукруг у нас готов. Откладываем красную бумагу. Сворачиваем нос. Примеряем к бутылке. Надо, чтобы он прям был четко. По бутылке. И потом склеиваем его шов, клеем ПВА. Вот такой получился у нас нос. Теперь его нам надо приклеить к бутылке. Для этого мы сделали надрезы. Вот. Сделали надрезы такие, чтобы хорошо конус приклеился у нас. Вот какой у нас получился нос у ракеты. Мы приклеили его. Теперь дальше мы будем обклеивать туловище. Ну да, можно сказать. Наша ракета. Намазываем бумажку. Для этого мы измерили высоту ракеты, где у нас будет белая часть. И окружность. И вырезали ее. У нас в данном случае 8 сантиметров. Мы отрезали шириной полоску 8 сантиметров. Теперь будем делать турбины. Для турбин мы начертили на красной бумаге выкройку. Сейчас Кирилл вырежет. И будем скручивать их так же, как нос ракеты. А на белой части ракеты, снизу и сверху, мы приклеим вот такие вот голубенькие полоски, которые мы приготовили заранее. Ну вот что у нас получилось. Кирилл приклеил две синие полоски. Вырезал иллюминаторы, два желтых. И сделал турбины конусные. И сейчас он их будет приклеивать. Вот такая вот получилась ракета. Приклеили турбины. И она даже еще стоит. Все, ракета у нас готова. Дальше мы будем делать космонавта. В следующем выпуске. Смотрите, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Да.